Привет! Сегодня к вам с рецептом котлет в духовке. Котлеты таким способом получаются сочными, полезными и возле плиты стоять не нужно. Хочу отметить, что рецепт котлет здесь ни при чем. Здесь важную роль играет технология приготовления, поэтому вы можете взять свой любимый вариант котлет. Я сегодня предлагаю с панировочными сухарями. Приготовим фарш для котлет. Перекрутим 1 кг мяса, лучше брать половину одного вида мяса, половину другого. У меня говядина плюс свинина. Пропускаем сразу с фаршем 2 луковицы весом 150 грамм. Добавляем соль 1 чайную ложку, черный перец, панировочные сухари 100 грамм, заливаем водой примерно 200 мл. Дадим набухнуть и добавляем фарш. Все хорошенько перемешиваем. Если фарш получается суховатым, добавьте еще немного воды и перемешайте. Берем подходящий противень, застелим бумагой для выпечки таким образом, чтобы можно было накрыть второй стороной. Укладываем котлеты, а сверху закрываем бумагой для выпечки, закрепляем края и прижимаем к котлетам. У меня бумага для выпечки силиконизированная, поэтому я ее не смазываю растительным маслом. Если будете использовать обычную, то лучше смажьте. Ставим в духовку и готовим при 180 градусах минут 40. Котлеты, благодаря тому, что готовятся в бумаге для выпечки, получаются еще сочнее и сверху румяные. Даже на следующий день после разогрева они сохраняют сочность. Если возникли вопросы, задавайте мне их в комментариях, буду рада помочь. Напоминаю, что у меня теперь новый телеграм-канал, старый восстановить не удалось. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе о выходе новых роликов на всех моих соцсетях, так как сейчас я публикую новые видео не только на ютубе, но и, например, новые видео, которые можно посмотреть только на Одноклассниках или ВКонтакте. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!